Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, актуальна ли камера Blackmagic Pocket Cinema Camera в 2020 году. Вы скажете, оо, ей 200 тысяч лет. Да, ей 200 тысяч лет. Но может ли она сегодня конкурировать с тем, что выходит вчера, позавчера? Единственный недостаток Pocket в том, что он пишет разрешение Full HD. Но если вы грузите свой контент на YouTube, в принципе, Full HD достаточное качество, чтобы размещать его. Даже если вы снимаете фестивальную короткометражку, Full HD вполне подойдет. Мне кажется, больше недостатков у этой камеры нет, потому что все остальное до сих пор еще преимущество. Если сравнивать ее с DSLR-камерами, даже самыми новыми, она все равно выиграет по динамическому диапазону. 13 стопов динамического диапазона. Даже у нового Pocket те же 13 стопов. Форматы записи. ProRes HD, ProRes LT, ProRes 422 и Blackmagic-овский RAW. Если вы собираетесь колорировать видео, вы можете вытянуть из него абсолютно все. Два режима динамических диапазонов. Режим видео, в котором все выходит цветным, и режим плоского видео, который нужно подкрасить. Но в нем динамический диапазон 13 стопов. То, чего DSLR-камера вам не даст. Даже новая. Опять же, когда мы пишем таймлапсы, мы не убиваем затвор фотоаппарата. Потому что это кинокамера, видеокамера. Из удобных плюшек разве что фокус-пикинг, но на мониторе камеры, наверное, контролировать картинку все равно нехорошо, поэтому лучше использовать внешний монитор. Индикатор уровня записи звука, причем звук на встроенный микрофон просто отвратительный. Естественно, вам надо хотя бы или пушку, или какой-то внешний микрофон. Можно писать звук на зум отдельно, потом его монтировать. Это тоже очень хороший вариант. Рамку кадра на камере вы тоже можете подстроить такую, как вам удобно. На февраль 2020 года камера стоит 400 баксов. Сможете ли вы купить кинокамеру за 400 долларов другую? Нет. Однозначно нет. No! Байонет Micro 4 3, который при использовании переходника позволяет установить вам широчайший диапазон оптики, включая очень-очень дешевую старую советскую оптику, которая на этой камере откроется в полной мере. Я использую линейку объективов Samyang VDSLR, который является золотой серединой между фотооптикой и кинооптикой. А для этой камеры, наверное, для недорогой камеры, недорогая линейка оптика, самая подходящая – это Samyang. Переходники вы можете купить как Metabones, дорогой, но он стоит дороже камеры, как и Viltrox и еще несколько китайцев, которые по качеству, да, возможно, уступают. Там тоже встроенная оптика, но цена для этой камеры, наверное, оправдано все-таки брать более дешевые аналоги. У меня Viltrox работает абсолютно без нареканий, идеально. Я сказал бы, больше, чем он стоит. Достаточно ли вам купить только камеру? Скорее всего, недостаточно, потому что, да, можно использовать голую тушку с объективом Micro 4 3. В принципе, да, но родная батарея даст вам очень малое время записи. Соответственно, лучше купить обвес, внешний источник питания, это и удобнее, и комфортнее, и опять же, это кинокамера, и выглядеть она должна соответствующе. Удобно ли крутить фокус? Да, вам лучше купить фокус отдельно. Соответственно, вам нужна клеть, вам нужен риг, хотя бы вот такой вот минимальный комплект. Это базовый комплект, с которым уже можно работать. Magic Arm и внешний монитор. Через короткий HDMI кабелек, очень удобно пользоваться. 5-7 дюймов оптимальный размер. Лилипут, в принципе, тут на ваш выбор, потому что можно купить даже родной Blackmagic-овский рекордер, но он стоит денежек. Возможно, даже дороже, чем камера. Еще вам нужен внешний источник питания. Вариантов море, потому что есть разъем питания, и можно приспособить соневские батареи, V-mount батареи, вариантов куча. Площадка к V-mount батареям. Либо для соневских батареек можно купить площадочку, ну и сами батареи, соответственно. Оригинальная площадка будет стоить долларов 40-50, неоригинальная, по-моему, долларов 5. О, чудо китайского крепежа. Magic Arm. Короткие, маленькие, длинные, разнообразные крепежики, начиная от самых маленьких, заканчивая длинными. От 2 до 7 долларов за штучку. Безумно полезная штука. Рекомендую вам купить все. На клетку мы их цепляем, очень удобно закрепить, например, монитор на короткий Magic,
мониторчик на короткий Magic можно закрепить. Например, вот сюда. Оп. И вот уже контролька. Удобно, комфортно, хорошо. Клетка — это для такой штуки очень-очень полезная вещь, потому что работать с голой тушкой вам будет ужасно неудобно. Handheld. Китайская копия обойдется вам долларов, наверное, в 10-20. На руках работать handheld гораздо удобнее, чем с голой тушкой в руках. Это очень полезная штука. По сути, это минимальный киносъемочный комплект, с которым уже можно идти в бой на короткометражку, сериал, да, в общем-то, куда угодно. У нас на продакшене эта камера до сих пор в бою. До сих пор она занимает место среди других камер, которые актуальны в 2020 году. Если вы хотите перерасти DSLR уровень, но вы не готовы потратиться на RED или Alexa, или даже на новый Pocket 4K, в принципе, да, я бы сказал, что эта камера до сих пор актуальна в 2020 году. Да, она не пишет 4К, но если вы не гонитесь за 4К и вас устраивает результат Full HD 1920 на 1080, мне кажется, эта камера вне конкуренции. Картинка после покраски выглядит абсолютно киношно. И да, на эту камеру до сих пор снимают фильмы, которые участвуют в фестивале и даже выходят на большие экраны. Советую ли я покупать эту камеру сейчас? Решать вам. Если вы начинающий кинодел и вы хотите перерасти уровень DSLR, возможно, да. Если есть вариант купить 4К-шную версию, да, 4К, конечно же, будет лучше. Но попробовать себя в кинопроизводстве, я думаю, других вариантов у вас просто нет. Если вы повышаете свой уровень до киноуровня, вам придется красить картинку. DaVinci Resolve от Blackmagic позволит вам разукрасить эту картинку, как вам вздумается. Это очень мощный инструмент, который позволяет с видео делать практически все, что вы хотите. На посте вы можете сделать конфету практически из любого материала. Так что, подводя итоги, скажу, что эта камера зарекомендовала себя как очень мощный съемочный инструмент, которая до сих пор актуальна в 2020 году, особенно для бюджетного кинопроизводства. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Будем разбираться дальше.